Раз, два, три, с вами Казаку Фэмили. Здравствуйте, мы продолжаем проходить Bloodline Линия Крови. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, чаечек, кофеечек, не забывайте про репосты, про колокольчик, чтобы не забыть много чего интересного, дружочек, в принципе. А всем приятного просмотра, продолжаем играть, смотреть и наблюдать, а вы всего лишь будете читать. Так, и смотреть. А мы, в принципе, посмотрим, что за дичь тут происходит. Что за дичь тут происходит? Объясните мне. Так. Какие-то дворы. Бочки. Могилы. Машины. Парки. Что это был за звук? Пустите меня домой, я не прав, товарищ. Да что ты, блядь, включишься? Тяжко. О, это что такое? Это что за хер? Сдох или чё? Чё-то ни хера это не пугает. О, так тут не один. Понятно, он просто замирает. Я не смогу пройти туда. Не знаю куда. Здесь есть замок. Может быть, мне удастся отпилить его? Да, отпились у чертовой бабушки. Чего? А, это ведрецо? Ведрецо в тебе в лицо, да? Так, отпилить. Чего? А зачем нам лопата? Зачем мы лопату подобрали, а? Так, подожди-ка. Мертвый ворон. Так, подожди, ну давай напильник подожди. Стоп. Блин, тут точка перехода. А если я не хотеть, пока в точка перехода. Подожди-ка, я хочу проверить. Так твою же мать. Естественно, там будет закрытая дверь. А что там за окном? Заколоченные окна, дамы, господа. Так, подожди-ка. Катафалк. А меня знаете, что интересует народ? Там была закрытая дверь. Подожди-ка. Кто-то не хочет, чтобы я открыл эту дверь. Неужели мы зря сюда пошли? Надо было сначала в дом, да? Вот же дерьмо. Мы что-то интересное профукаем, да? А почему, да? У меня вода закончилась. Ага. В смысле? Ну это какая-то большая локация.
Это типа что, пирса, что ли? Или что? Может, пока? Опять это... Оу! Серьезно, тут еще будут головоломки, вы серьезно? Нахер они нужны? Я хочу сначала дом обшмонать. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. То есть нам еще придется вернуться в дом? Да, получается? Вот же дерьмо. Значит, теперь придется здесь лазить, блядь. А что тут искать-то? Вопрос. Какая-то наркомания тут по-любому. Лай-яй-яй. В смысле, подожди. Стоп. Копать, что ли? Где лопата, кстати? Нам придется где-то копать, да? Здесь какие-нибудь крестики-нолики? Опа! Опа! Ай-яй-яй! Теперь у нас есть серп. А где есть серп, там есть и молот, да? Но сейчас я отключил здесь все освещение. Оставаться в этом месте опасно. Ага, масленка, чтобы что-то смазать. Уберите, пожалуйста, детей от экрана. Тут придется смазывать что-то. Или кого-то. Так, подожди. А что такое? Что тут такое? Подожди. Письмецо, исписанный лист бумаги. Почерк, как у врача. Разобрать его очень трудно. Адресовано его жене. Так. Здесь нет ничего интересного. Разве только последняя часть. Должен признать, что работа здесь не из легких. Пациенты, выбранные доктором Брауном, имеют самые серьезные психические заболевания. И я боюсь, что любая долговременная работа с моей стороны не подлежит обсуждению. Как бы то ни было, неделю назад доктор Браун предложил мне поработать с ним над проектом, суть которого держится в секрете. Быть может, в следующий раз я расскажу больше. Мне предстоит довольно трудное решение, но я верю, что ты поддержишь меня и примешь мою сторону, чтобы я не решил. С любовью, Томас. Что ли? Ту-ту-ту-ту-ту.
а есть тут на фонтанчике что-нибудь? Походу, что нет, да? То есть, по логике, нам надо вернуться назад, что ли? Я правильно понял? Или неправильно я понял? Так, подожди, а тут что-нибудь есть, пропущенное мною? Не бойся. И снова загрузки. Снова долгие загрузки. Значит, ждем. Ждем, 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 как говорится. Если что, народ, я тут. Так. Я так понимаю, что... Выход, сохранить. Так, подожди. А этот забор куда ведет? Он ведет никуда. В никуда. Так, ладно, входим. Я не смогу пройти туда. Достаточно повернуть ручку, и я внутри. Короче, какой-то вход в лабиринт. Может быть, не в лабиринт. Здесь есть кто-нибудь? Здесь довольно темно. Мне нужно включить свет, прежде чем что-либо делать. Где-то должен быть выключатель. Ага. Ну давай. Черт. Этот выключатель не работает. Значит, где-то должен быть этот. Это распределительная коробка. Предохранители в ней сгорели. Ну. Ни одного целого предохранителя. Все сгорели. Готово.
Теперь можно включать свет. Включай. Эй. Что за фигня? Арлекино. Здесь ничего походу, да? А, это червь, да. Чего я не могу наклонить нормально? Мужик, свет включи, прошу тебя. Воу! Будет схема, мастер папа. Тихо. Дядя Вася. Тут оказывается и вход какой-то был. Интересный поворот. Так. Магич. Как? Это был магич? Был магичик, стал. Ладно, остается только туда херачить, походу. Воу. Что, прям так? Прям так?
подожди, я же ничего не вижу. Факела даже не будет. Серьезно? О, подожди. А что ты карту не возьмешь? Не понял. Еще по картам катапульт таскаться, а? Кажется, я что-то забыл. В смысле ты забыл? Где ты забыл? Кажется, я что-то забыл. Дорогой мой друг, где ты забыл? Вопрос. Чего? А где забыл? Можно спросить? Опа-на. Блин, а что делать-то? Вопрос. Блин. Пусть пока грузится. Блин, если бы игра еще
конкретно писала, что нужно. Без инструмента я ничего не смогу сделать. Земля слишком твердая. Подожди. Черт, все это выкопать надо? А для чего? Что это даст? Кто нам за это спасибо типа скажет? Подожди. Порох, амулет. Так это просто... Просто выкапываю. Подожди. А чё делать-то? Ничего не пойму. Он сказал, я кое-что забыл. А что-то забыл. Мы здесь практически все сделали. Наверх. А что логично тут делать было? В том доме мы тоже побывали. По факту. Ага. Это что, сарайчик, что ли? Что это? Понятно, это непонятно что, да? Да блин. Блин, логично подумать, а что нам делать? Блин. Капец, мы играем полчаса? И за эти полчаса мы... Чего, блин? Чего, блин? Что-то провалился в текстур, долбоёб. Так. Блять, будем сейчас 3 часа тут бегать, нахуй. Вот что тут? Почему тут открыть нельзя? Не смогу туда пройти. Может, пинцет? Ладно, еще раз попробую, что ли. Достаточно повернуть ручку, и я внутри. Достаточно повернуть ручку, и я внутри. Так, хорошо, мы в доме. Допустим. Так. Допустим, мы в доме. А...
Гуляли восклицательный знак. Почему? Ебучий случай, а. Да в смысле, блядь? Почему? А, подожди, пинцетом эту коробку открыть. Подожди, а где пинцет? Подожди, а где загрузка перед этим была? Ой, блядь, подожди, а... Что происходит? Алло. Блять. На какое расстояние нужно сделать, чтобы это... Извините меня, херня, блядь, работал. Двор лечебницы, блядь. Какой лечебницы, блядь? Блядь, 4.25 это уже очень долго, блядь. Я хамой. Он не пропустит стопудово. Чего? А нет, сука, пропустил.
Ждем тогда, блин. Иногда непонятно, что от тебя игра требует. Это очень странно. Очень-очень странно. Конечно. Так. Сохранить. Сохранить. Это у нас что уже получается? Подземный туннель. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам. Тран-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, погнали, наверное, да? Экшон. Сейчас будет экшон. Опа. Опа. Ноль патронов. Блин, нафига подбирать то, что с ноль патронов, да? Так, подожди, я хочу повалиться. Дайте мой любимый Драбадан. Драбадан, ты меня называла. Так, подожди, а куда идти-то? У нас два пути. Или один. Начальника, а тут тупик на... Что? Блин. И чё? Подожди, он типа... Стоп. Не понял. Чего? За стеной пещера. За стеной пещера. За стеной пещера. Вот такая тема. Здорово. Ведут эти все пещеры, мы это вот так. Чего? Ну да, давайте уже бочкой кидаться. Во. Я так понимаю, что если мы скипнемся, короче, да? Что такое? Астяника, дай, пожалуйста. Так, я так понимаю, что эта вода либо смертельна, либо... Я не буду рисковать. Да. Так. Сколько тут этих ходовочек, а? О. А тут прям... Скелет покоился. Стоп, секундочку. Мне сначала показалось, что это наушники троят. Оказывается, нет. Это звук такой конский. Так, подожди, а что наверху? Топ, срано. Только шли ради того, чтобы...